А мне это, деньги-то заплатят или что там? Спасибо, блин! А, типа это за ним менты, что ли, поехали? Хочу посмотреть. За ним? Торитесь от копов. А я-то тут при чем? Звуки как будто попкорн взрывается. Блин, еще полиция. Все по воде, а Тревор, короче, по суше. Ты куда поплыл-то? Ты куда поехал? Стой, погоди меня, я за тобой. Всем доброго времени суток, меня зовут Валерий, и это GTA 5. Итак, продолжаем прохождение. И у нас на очереди Франклин. У Франклина, кстати, 4 задания. Давайте перейдем, посмотрим, как обычно, чем он занимается. В прошлой серии мы чисто так отдохнули, поиграли в гольф. Вот, Майкл сделал Франклина в гольфину. Вот. Нормально так, да? Ну, хотя... А, нет, хотя он, смотри, он в мусорку вроде как в сторону мусорки кинул, но все равно, не знаю. Здесь все равно засрато все. Все очень засрато. Так, где моя машина? А, вон моя мотопедка стоит. Окей. Моя мотопедка. Кстати, мы посмотрели, что у Майкла хватает вроде как денег на какой-нибудь бизнес. Вот. И как мы до него дойдем, короче, попробуем купить что-нибудь. Итак, что у нас по заданиям? Что у нас тут есть по заданиям? Франклин, кстати, есть у нас вот. F Франклин, B это, наверное, бюро, я думаю, да? Какой-нибудь. И папарацци, смотри, есть папарацци. А какая еще четвертая? Так, а четвертая я не вижу. Вы видите четвертую? Я не вижу. Честно, четвертое задание. Вот. Непонятно, что это. Какое-то секретное, наверное, задание. Так, окей. Давайте я хочу добить, короче. Мне вот понравился этот. Беверли его зовут, короче. Папарацци. Давайте попробуем, короче, сгонять туда. Попробуем добить. Вот. Добить, замутить. Сейчас, наверное, по-любому опять с кого-то фоткать надо, кого-то что-то еще там надо делать. Следить за кем-то. Надеюсь, не опять за этой бабенцей, короче, которая сумасшедшая, которая там через черный ход запускает всяческих гостей и гоняет пьяная, либо под чем-то от ментов. Так. Мне, короче, текстуры опять тут мозг компенсирует. Поэтому не обращаем внимания на этот трэш. Вот. Так, ладно. Что-то сегодня вообще как-то у меня. Вон, видишь, дичайшие какие-то. Пропадание. Это все Windows 10. Это все Windows 10 почему-то. Итаха не дружит с ним. Я уже просто не знаю, что делать. Меня чуть не сбили. Там такая телочка прошла. Платьишки. Коротеньком. Так. Куда бежим? Куда бежим? Мадам. До всех надо докопаться. Даже до девушки в платьишке в горошек. Так, ладно, мы почти приехали. Почти приехали. Где-то здесь, во. Все. Мне кажется, седьмой дубль идеален. Да? Прыжок, это все-таки как-то пошло. Привет, Беверли. Твою мать, ты мне съемку испортил. Нахер ты влез в кадр? Что ты несешь? Ты мне съемку засрал? Я реалити-шоу снимаю, ты все испортил, кореш. Я достал тебе эти фото.
Поппи Митчелл, английская принцесса и остальные. А, да, чего это я? Совсем забыл, забегался. Время летит незаметно. Так что насчет денег? Мы тут шоу снимаем, работаем. Алло. Реши этот вопрос. Пусть твой агент с ним свяжется. Да пошел ты, ладно. Начинаем заново. Нам шоу снимать надо. Ладно, ладно, ладно. А чем вы остановились? Парни, у нас достаточно кадров, где я выпрыгиваю из угла. Думаю, с этим порядок. Мы вставим реакцию Поппи. Отлично. Самому не верится, что ты так напрягался из-за каких-то фоток знаменитостей. Если бы я знал, что я могу просто поручить своему агенту позвонить их агентам и все организовать, моя жизнь стала бы намного легче. Добро пожаловать в высшую лигу, дружище. Давай запишем парочку вводных фраз и будем закругляться. Конечно, снимаем? Хорошо, окей. Поппи Митчелл, известная всей Америке пай девочка, оказалась извращенной шлюхой. Долгие годы она скрывалась за фасадом благонравной девицы, а сама между тем пускала гостей черного хода. Или это уже слишком? Да, это какая-то дикость. Фасад черный ход, трубу еще забыл дымовую. Но не надо, все же понимать буквально. По сведениям внутреннего источника, Поппи только что прибыла сюда, в отель Генерик. Вопрос, зачем? Действительно ли она посещает благотворительные акции по сбору средств для голодающих или участвует в групповухе с участниками шоу «Излечи меня»? Если только один человек, который может ответить вам на этот вопрос. Именно поэтому я рискую жизнью и свободой, чтобы открыть вам правду. И снято, пойдет. Давай закругляться, я сниму, как ты идешь к машине. Чао-чао, малыши. Стоп. А мне это? Деньги-то заплатят или что там? Охрененно. Спасибо, блин. Спасибо, что не задавил. Спасибо, чтобы не наехал на меня. Утырок долбанный. И чё, это все? Я думал, мне какое-то задание дадут, я что-то еще буду выполнять. А тут оказывается все. Ладно, окей. Так, поехали, короче. Ладно, поехали. Что это, бюро? Поехали в бюро. Блин, я думал, короче, мне это... Либо заплатят, либо задание дадут. Короче, кинул меня этот папарацци. Беверли, да, или как его там зовут? Нормально так. Реалити шоу он снимает. Еще и машиной заботал меня. Точнее, оператор его. Не пойдет так дело. Надо, короче, их разыскать. Надо было пристрелить их и все. Или просто по морде надавать. А то, блин, придумали. Франклина тут кидать на деньги, блин. Вот она, жизнь. Жизнь в GTA. Все друг друга пытаются кинуть или еще что-нибудь. Да, что-то сегодня вообще как-то текстуры бесится. Видал, что творится? Видал, что творится? Что творится, мать твою? Так, ладно. А, кстати, кино. В кинотеатр им надо будет сходить как-нибудь. Не были ни разу. Так, погоди. Присоединяйтесь к борьбе. А, это... А, это получается... Не бюро. Эй, чё стоим-то? Ну я могу рассчитывать на то, что ты придёшь. Куда? На торчащую завозовку. Ты серьезно? Ага. Мы будем курить травку в общественном месте, чтобы свергнуть правительство. Это эффективный способ борьбы. Я готов стать мучеником, друг. А ты? Хрена себе, если быть мучеником — это курить хорошую травку, то еще как готов. Хочешь немного подзаработать? Ну ты знаешь. Прежде чем что? Ну ты знаешь, нельзя курить травку без травки. Нужна мозгодробительная хрень, которая сорвет людям крышу, и они начнут протестовать.
Чувак, по мне так это полная чушь. Мы добьемся своего. Вот. Попробуй-ка. А, это тот, короче, чувак, который с этими, с инопланетянами, да, помнишь? Полный улет, забирай на все 100. А, на мой вкус суховато. Ты что, не видишь пришельцев? Я же говорю, да-да-да. Чувак, ты долбанулся? И травка твоя полное дерьмо. Ладно, просто доставь товар. Мы на пороге революции. Сразу же... А, вот психа. А, сори, поплыл. Я, наверное, тоже сейчас поплыву. Сан-Андреас нуждается в тебе, я тебе в смс-ке напишу, где лежит товар. Быстрее уходи, пока тебя не заметили. Остерегайся копов. И монстров. Они повсюду. Так, окей, короче, да, это чувак... Ну, я вроде как курнул, и, наверное, пришельцы будут. Или на Франклина это не работает. Уходи, слишком много знаешь. А, типа это за ним менты, что ли, поехали? Погоди, хочу посмотреть. За ним? Или... А, нет, по-моему, не за ним. Торитесь от копов. О-о-о! Я-то тут при чем? Это он мне подсунул травку. Я-то тут при чем? В смысле? В смысле? Что за дичь? Ой, народ, спрячьте меня от копов, пожалуйста. Ой. Мистер полицейский, не надо, пожалуйста. Я тут ни при чем. Ай, ай, а чё стрелять-то сразу? А чё стрелять? Почему две звезды-то сразу? Дядя полицейский, не надо. Уйдите с дороги. С дороги. Нормально там этим по рации разговаривают. Так, погоди, я здесь. Я здесь, надеюсь, не увидят. Ну, сейчас смотри, мимо проедет, заметит меня. Нет? Нет, пролетел вроде. Хорошо. А прыгнуться на мотоцикле можно спрятаться? Как в машине. Все, уходите. Спасибо. Твою мать. Все, новый контакт Беверли. А, Барри Беверли. Так, ладно. Ну. Это все, блин. Это дичь, а не задание. Я не знаю. Поехали, короче, к Франклину. Что делать-то? Какая-то дичь, а не задание. Уйди. Уйди с дороги. А, блин, менты увидели, прикинь. Менты увидели, как я человеку по ноге проехал. Он сам. Я не виноват. Он сам. Все, я, короче, сейчас удеру от них. Удеру от них, и все будет хорошо. Все будет отлично. Почему две звезды-то опять? Стопэ. Не врезаемся, аккуратненько. К дому подъезжаем. Без всяких там... Ай-на-на-на-на. Так, надо, короче, куда-то спрятаться. Все. Блин, они так и будут теперь за мной, или что? Или это... Ой, забор-то как здесь появился? Уйди ты. А я забор теперь не выехать. Давай. Оп. Отлично, калитка открыта. Так, окей. Я приехал. А что здесь за фургон? Это у меня дома? Эй, не шагу во двор. Почему? Это наполовину мой дом. Нет, я вызову полицию. За что? Неверность, парень. Неверность? О чем ты говоришь? Не притворяйся, что не знаешь, что натворил. Ты не был на сборе и не пришел ни на одну встречу.
Шляешься с такими, плюешь на корешей, смотришь на всех свысока. Твоя мама перевернулась бы в гробу, парень. Значит, ты выговариваешь не за то, что я плохой гангстер? Банда, это хорошо. Это все, что у нас есть, ниггер. Это наша культура. Ты псих, если ты в чем-то участвуешь. Где Таниша, чувак? У нее хватает мозгов не связываться с таким иным типом, как ты. Ну ты сам понимаешь, о чем я. Я говорю налево, ты говоришь направо. Я говорю, будешь врачом, ты говоришь, будешь пациентом. Я говорю, кто это? Привет, милочка. Ух ты, Франклин. Ты не говорил, что у тебя есть сестра? Я Денис. Живу вместе с Франклином. Это моя тетя, старая высохшая сестра моей матери. Заткнись, мать твою! Вот, дорогая. Почему бы тебе не пойти и купить себе что-нибудь красивое? О, спасибо. Это $7. Я сказал красивое, а не дорогое. Хочешь быть жадной мерзкой коровой, а? Нет? А теперь убирайся отсюда нахер. Все вы мужики одинаковые. Какого хрена ты сделаешь? Решил потусоваться с корешами. Что? Я новичок в городе. Завожу друзей, ясно? Ну давай веселиться. Послушай, собирался отдохнуть. Но этот клоун и моя тетя обломали мне все планы. Братан, заглянул сюда, чтобы рассказать тебе об одном дельце. Я же сказал, что я устал. Что за дельце? Я люблю дела. Я не с тобой говорю, кореш. Эй, так, давай что-нибудь сделаем с этим делом, окей? С каким делом? Я говорю про небольшое дельце Стретч. Зашибись, прекрасно. Мы банда, идем. Пошли. Слушай, кто этот идет, а? Откуда взялся этот ниггер? Тревор-то сразу все разрулил, такой разрулил. Давай, давай, что там? Что там есть? Что за дела? Что вообще? Что почем? Так, поехали. На Гроув-стрит. Воу-воу-воу. Ребят, Гроув-стрит. Гроув-стрит? Не тот Гроув-стрит, который с Андреас и Гроув-стрит, нет? Или это именно тот Гроув-стрит? Мы же все-таки в Сан-Андреасе находимся. Блин, это будет прикольно. Если это тот самый Гроув-стрит. First rule of business. Hey, since we're out here banging, either you got some dust? Fool wanna get butt naked? Да, реально, смотри, тот самый Grove Street, ты смотри. Круговая вот эта фиговина, короче, где... Кто там, CG или как его там звали? Жилт, да? Точно? Это кореш живет здесь. Слышь, ты только не кипиши, Ламар все сделает как надо. Доберитесь до дома. Окей. Я так примерно помню, короче, да, Сан-Андреас. Я 100 лет назад играл, короче, в нее. Эй, будь на стриме, этот балбес. Че там умный? Курьерская служба. Я приехал за посылкой. Бабки с собой. Отчетность в порядке. Нравится? Пробу? Вот это я понимаю. Горло уже не имеет. Все путем, Ниги? Поехали. А мне можно? Нет, чувак, мы уезжаем. Дай-ка мне пробу с другой стороны пакета. Ты слышал, что ты сказал? Эй, дай-ка сюда. Дай, верни назад. Что за хрень? А, да ладно. Мы заказывали кило или сраную унцию. Чувак, это же гребаная штукатурка. Эй, у нас проблемы с клиентами. Стрелянного воробья на мекини проведешь. Черт! Вот это да! Я могу за Тревора, короче, играть, могу за Франклина. Ладно, погнали. Очередные разборки! Разборки! Это разборка питерская! Давай, давай, давай! А мне надо тупо убить, короче. Пора убираться отсюда или свалить отсюда. Это уже серьезно. Так, погоди.
Нехило, нехило. Уходим. Куда уходим-то? Ух ты. Там бригада уф приехала целая. Опа, 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 опа. На Тревора, на Тревора. Напали, походу. Держи. Тревора не трогать, мать его. Попробуйте применить способность Тревора. Говнюк. Спрятался там. Итак, это свой? Это свой. Чуть не застрелил. Блин, чего вы все прячетесь-то? Ну-ка, вылезьте. Готово. Так. Блин, с ружья-то далеко не постреляешь. Вот, короче, херак. Вот так. И погнали. Просто крошить. Ну-ка. Вот так, вот так. Просто не ждали, да, что у меня есть такая вот сверхспособность, да? Говнюки. На, 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 на. Просто такое ощущение, как будто удары. Ну. Короче, эти. Урон, короче, от этого. От автомата увеличивается. Простите, джентльмены. Так, погоди, мне надо. Мне надо всех перестрелять или что? У меня стрельба, короче, у Тревора возросла. Шевелись, чувак. Говорят. Звуки, как будто попкорн взрывается. Ай, это свой. Пора убираться. Так я убираюсь. Денежки, денежки собирать надо. Еще успевать. Не просто же так все. Так, кто? Откуда? Окей. Каман, каман. Блин, еще полиция. Нас заперли, мать их. Следуй за Ламаром. А! Надо пешком, короче. Я думал, можно в машину сесть. Все, погнали, погнали. Опять через эту. Короче, вот эта вот штукенция постоянно от ментов, короче, удирать. Оп, видал как надо. Умеешь ты? Умеешь ты так? Эй, 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 чуваки. Нам нужны ваши чё? Квадроциклы. Это, мотоциклы. Водные. Погнали. Пошли, чувак. Чёрт, ну и вонища здесь. Это не река, это сточная канава, мать ее. Значит, мы тут там, где нужно. Воу, воу, воу. Кто там стреляет? Все по воде, а Тревор, короче, по суше. Как и должно быть. Ой, полиция. Полиция на вертушках. Мне тупо, короче, надо сейчас скрыться, да, от ментов. Ну хоть, блин, говорите, куда ехать-то? Плыть точнее. Блин, не прицелиться нормально. Опа. Давай, давай, погнали. Ускорились, ускорились. Почему моя мотопедка водная быстрее, чем ваши? Давай разделим снегер, залежем на дно. При таком раскладе нам от копов не уйти. Да, чувак, нам нужно на берег. Погоди. А, нам нужно на берег.
Ну точно, там же... Ты куда поплыл-то? Ты куда поехал? Стой, погоди меня, я за тобой! Я за тобой! Я выведу нас отсюда. Тревор, ты не ошибся? Выведешь нас отсюда? Я думаю, это как-то будет сложновато, мать твою! Нет, Тревор, не умирай! Пожалуйста! Да беги, ты чё застрял-то в полицейском там? Бах, бах! Бах, бах, бах! Может, ещё и вертушку смогу подбить? Бах, 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 бах! Окей. Нам нужна тачка, брат. Идем, идем, идем за тачкой. Быстрее! Давай, садись, 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 быстрее, быстрее! Нормально, удирать, короче, от полицейских на полицейской тачке. У меня колеса не прострелены? Не прострелены, значит уедем. Окей. Так, это надо вырубить. Это права ментовской сигнализации запатентованы. А, все. Ну, почти. Умрите. Отстреливайся, отстреливайся, чувак. Ну, что ты там сидишь-то? Сидит там, блин. Как будто я такси ему подвожу тут. О! Так, нет. А, все, мы почти утрали. Надо куда-то засечь. Засесть. All you gonna get is a cut of lead in your ass. That ain't the generosity of spirit I was hoping for. Так, ладно. Они по другой там дороге едут, по-моему, да? Окей. Okay. Вертушка где-то, что ли? Погоди, 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 вертушка где-то. Надо уехать, надо уехать. О, да, похоже, мы одни, подкинь меня до района. Доберитесь до дома Ламара. Ну, я думаю, ничего, что я поеду на полицейской машине. What the fuck? Это по нам стреляют? Или там кто-то между собой? Мы, я думаю, между собой кто-то. Все, поехали. Че там за свинья заорала? Тихо. Блин, как же далеко мы угнали. Нормально. Нормально. Этот столб давно надо было снести. Он шатался. Так. Полиция Сан-Андреас. Всем разойтись. Всем дать дорогу. Я выйду здесь, приятель. До встречи, псих. Бывай. Ну что, все? А, ну отлично. Сафари на районе. Нехилое сафари такое было. Так, ладно, надо тачку спрятать. Ой, девушка. А, девушка. Надо тачку спрятать, короче. Типа, знаешь, убрать улики, да? Сейчас мы это сделаем как раз. Хлоп. Да что ты говоришь? Все? Надо проверить.
What the fuck? Кто стреляет? Ой, мать твою! Мать твою! Перестрелка на районе опять. Морские гонки доступны. И крысы побежали. Все, 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 я ухожу, я ухожу. Вылез из машины. Быстро! Спасибо. Ай. Вылез из машины. Батончик. Все, 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 хорош, хорош, хорош. У меня машина как инопланетный корабль. Теперь валим. Все. Я, короче, это. Жду. Жду автобус. Так. Ну, в принципе, все, да, я удрал. Окей, друзья. Вот. Вот такая вот у нас серия получилась. Поначалу такие непонятные какие-то, типа, не знаю, задания или что-то, квесты, не квесты. Вот. А потом такая нормальная, смачненькая перестрелочка была. Вот. Продолжим Тревором продолжим играть. Как бы это была все-таки как бы серия за Франклина, но. Немножко Тревором, да, поиграли все равно. Но следующую серию мы продолжим за Тревора. А кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм. И с вами был Валерий, всем пока.